Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Сегодняшний сюжет я снимаю не у себя на хозяйстве, а из деревни Семище. Сегодня я приехал в гости к довольно-таки известному блогеру Сергею Рожину на его семейную ферму за своим призом. Дело в том, что Сергей Рожин проводил розыгрыш, и я выиграл в этом розыгрыше. Победил, приехал получать приз. Сейчас мы с ними познакомимся. Сергея Рожина, у довольно-таки известного пермского блогера из Иверят. Всем привет! Я приехал за призом, выиграл приз. Сергей разыгрывал в группе ВКонтакте. Группа называется «Семейная ферма Рожиных». Сертификат на 1000 рублей на свою продукцию. И сам случай свел меня с Сергеем. Вот у нас объявился первый победитель. Первый раз проводили конкурс, и первый победитель приехал к нам, и оказывается сразу видеоблогер. Вот вам и видеоотчет. Да, сразу же увидите. Я решил взять свининку, мясо, сало. Ну, потом покажу. Хочу сало закоптить, потом уже покажу готовый результат. Вот и мой приз. 3,5 килограмма сала, которое я закопчу. Сало последнее, кстати, это последнее сало, то есть вот, вообще вот, ну, убирали, вот, да, парсюшку-то убирал. В основном ее полностью всю как бы разделали, то есть четвертями, одну четверть только взяли, три четверти разделали, и вот сало, вот это последнее осталось, там осталось буквально соленого сколько-то килограмм, и все. То есть вот отправили по России, кто-то к нам приходил, покупал, приезжал, и вот это последнее, можно сказать, эксклюзив этого года, потому что неизвестно, когда будет сало. И все мне. Да, и да, все мне. Да. Спасибо большое за выигрыш. Рад очень. Так, жить.